Мур, привет, друг! Скоро у нас обновление на официальном сервере, и сегодняшняя пачка изменений в него войдет. Патч 1.6.42. Инь на тестовом сервере. Первый навык. Немного уменьшили урон, насколько неизвестно. Второй навык. Не написали в обнове, но уменьшили дистанцию. Я-то вижу. Ульта. Немного уменьшили дистанцию для каста. Было 3,5, будет всего 2 корпуса. Первый навык ульте. Обещали прикрутить изменение направления каста, но пока не сделали. Филакса переименовали в Эдит. И, наконец, сделали анимированный пик. Надеюсь, теперь звук не отпадет при монтаже. Короткая прическа. Нравится. Кроме этого, наконец, сделали запланированную анимацию ульты с вылетом Эдит из брони. Изменение ульты. Уменьшили щит. Было 400-700, будет 350-650. Немного изменили бонус к урону дальней атакой. Герой будет доступен с 21 декабря и, судя по ажиотажу на тестовом, будет популярен. Валентина получает дополнительные бафы. Пассивка. Экстра опыт немного увеличили. Вампиризм теперь будет разгоняться с уровнем по сравнению с софт-сервером. Первый навык. Увеличили бонус магической силы со 170 до 185%. Эймон. Отменили нерф второго навыка. Он вновь входит в невидимость, как на официальном сервере. Немного перебалансили урон заряженной атаки. Но это больше, чем было на официальном сервере. Получается, убавят только время нахождения в инвизе. Клинт. Второй навык. Увеличили время на перезарядку. Для мейнеров Минотавра неприятная новость, а для мейнеров Каи не знаю. Короче, их изменения пока не переходят на официальный сервер, а будут еще проверяться на тестовом. Наконец, введут карту Остров Святилищ с новыми анимациями и визуалом. Изменения в магазине фрагментов я покажу скринами. И напоследок. На лайв-канале скоро будет кое-что интересное для любителей Японии. А что, пока не скажу. Ссылку на второй канал найдешь в описании. Скоро там и увидимся, друг. Удачных боев! Смерть,